Привет всем, с вами Просвет ТВ и ведущая Оксана Баркане. Сегодня мы находимся на финале видеопроекта «Жить здорово» и «Здоровая мама, здоровый малыш». Нас ждут море цветов, подарков, перевоплощение самых крутых девушек. Это все прямо сейчас. Следите за нами. Вот она, хозяйка этого вечера, вот эта прекрасная леди, которая сегодня собрала здесь такое большое количество красивых людей. Виктория, мы сегодня рады присутствовать на твоем проекте «Жить здорово» и «Здоровая мама, здоровый малыш». Скажи, как пришла вообще идея вот в твою красивую голову, чтобы создать эти проекты? Когда я стала мамой, мне захотелось открыть проект для малышей, для мамочек, чтобы они могли заниматься вместе. Когда у меня были проблемы с лишним весом, естественно, я задумалась о том, как бы сделать проект. Ну и скажи, что же сегодня ждет на этом финале, на мероприятии? Нас сегодня ждет чудесный видео-вечер, во-первых. Там мы увидим, как наши участницы активно отдыхают, чтобы все на них равнялись. Мы увидим невероятные преображения, над которыми трудились очень много партнеров, самый лучший в городе. Снова рады видеть на фитнес-вечеринке на финале проекта «Жить здорово» Спартака, который, как всегда, угощает всех гостей только правильным здоровым питанием, которое вот мы видим на этом столе и уже буквально скоро попробуем. Спартак, скажи, вот мы с тобой недавно общались на других мероприятиях, но скажи, что добавилось, возможно, в ассортименте, что новенького добавилось в фитофуд? Всем привет! На данный момент мы добавили всяких вкусняшек, то есть мы добавляем читмил, то есть не все люди готовы всю неделю питаться правильно, это все-таки морально тяжело для организма. Ну нет, мы добавили, вот на столе лежит торт, брауни, ну правда сырники с изюмом, они у нас были, вкусное печенье ручной работы, соответственно. Ну а я нахожусь рядом с участницами проекта «Жить здорово». Просто обалденные девчонки, которые проходили этот проект, и прям хочется спросить, что же было для вас эти 3 месяца, что нового появилось в вашей жизни, как ваше перевоплощение, как вообще себя чувствуете после прохождения проекта? Кайфово. Мы так себя классно чувствуем, даже передать вам не можем. Это такой шанс перевернуть полностью нашу жизнь. Вообще, это просто супер. Появилось очень много друзей интересных, действительно. Узнали много людей новых. Жить здорово – это значит кушать только здоровую еду. Сегодня мы на мероприятии наблюдаем снова вкус здоровья. Этот потрясающий буфет-магазин Татьяны. Скажите, что нового в ассортименте? Чем будете сегодня удивлять гостей мероприятия? Новенькое у нас всегда есть в ассортименте, поэтому всегда приглашаем и ждем вас. А сегодня мы предлагаем белковые бутерброды вегетарианские и сладости без сахара, без муки, без молочных жиров на меду для стройности. А мы уже готовы дегустировать и наслаждаться. Вот мы подошли к нашим участницам проекта, которые, девочки, давайте посмотрим, вот в камеру вас снимают. И хочу рассказать немножечко о этих леди. Они проходили проект уже, я так полагаю, 3 месяца, и вы просто не представляете, как они прошли преображение. Сегодня мы увидим на сцене фотографии до, вот такими мы увидим и девушек сейчас. Скажите, что для вас был проект? Проект дал знакомство, проект дал возможности, он дал новые общение, новые какие-то впечатления, эмоции. Это силовые тренировки, это йога, это танцы. Для себя открыла, что я люблю танцы. Скажите, как для вас проект? Что нового вы для себя взяли? Ну, этот проект дал мне возможность почувствовать себя новой мамой, интересной, творческой, креативной, спортивной мамой. Мне очень понравилось.